Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Третья часть, ребята. Продолжаем наше эпическое приключение. Забрались на деревяху, она говорит, надо залезть. И куда-то мы будем дальше продолжать свое движение. Мы, напоминаю, лезем на Олимп, чтобы расквитаться с Зевсом. И попутно мы также с другими богами будем расправляться, я думаю. О, Зевс, здорово. Это, кстати, батя мой. Что будешь делать, отец? Теперь тебе не спрятаться за спиной Афины. Афина мертва. Из-за гнева, что сжигает тебя, Кратос. Что еще ты сокрушишь? Длани смерти не страшны мне. Вещи и сестры мне не помеха. А ты не доживешь до заката солнца, и месть моя свершится! Дерзкий мальчишка, моему терпению пришел конец. Зевс-то мощный так сам по себе. Так что не знаю, сможем ли мы с ним расправиться-то. Зевс, бог грома и молнии. В общем, шарахнул деревяху, и все, она улетела просто вниз. Я же на ней вроде, да? Куда мы летим-то, а? Все, мы вот только забрались на вершину Олимпа и сразу обратно вниз. Фея! Я больше не могу держаться! А иначе мы оба падем. Промедление Зевсу на руку. Ради гибели Зевса ты спасла от смерти меня! Я спасла тебя ради титанов! Не отнимай мое право мстить! Не падай, нам надо залезть! Кратос, ты был пешкой богов! Вот и все! Зевс теперь не твоя печаль! Это наш бой, не твой! Эй, ты че, блин? Просто вниз улетел и все. Больно падать будет, сейчас. Пипец, все. Я жил как воин. Я умер как бог. Я принес величайшую жертву. Боги не дали мне свободы. Я сокрушу Олимп. Я отомщу богам. Куда плыть-то теперь? Ладно, хоть я в воду упал. Река Стикс. Отвалите вы чё, черти! Дайте доплыть нормально. Так, я, получается, умер. Возродился и куда-то сейчас попадаю, да? Опять плыву. Вылази наверх, ты чё, блин? Кратос, не надо поддаваться этим. Они меня пытаются утянуть куда-то на дно. Быстрей. Надо к берегу быстрей. Ну-ка, забей их, всё. Отвалите, ребята, не надо меня трогать. Я сейчас с богами хочу разбираться, а вы меня тут на дно пытаетесь утащить. И так больно было. Шлепнулся с такой высоты. Куда я попал? А, вон тот чувак, кстати, сидит. Вон статуя, который был. Царство Аида. Ё-моё, это я попал к богу мертвых, так сказать. Свел со мной счеты, Зевс. Врата Маида не удержать меня. Я вылезу отсюда по-любому. Награда тому, у кого есть цель, Кратос. Афина? Афина? Я скучала, спартанец. Я не... Я пожертвовала собой ради Зевса.
и обрела новую сущность. Ты по-прежнему богиня Олимпа. Иногда не стоит верить своим глазам. Так же, как и богам Олимпа. Возможно. Но не забывай. Я погибла от твоего меча. Я хотел убить Зевса. Говори, что тебе нужно. Ты развязал жестокую войну за Олимп. Из-за нее страдают смертные. Пусть страдают. Так надо было, блин. Я все равно расправлюсь с Зевсом. Зевса не победить так же легко, как Арес. Чтобы убить главного из богов, ты должен найти источник его силы. Это пламя Олимпа. Ты пожертвовала собой, чтобы спасти Зевса, а теперь хочешь его смерти. Объясни, в чем причина? Я была слепа, а теперь вижу правду. Ты че, блин? Взяла с меня, сняла что-то. Мечи мои верни. Может быть, это вернет мне. Клинки отдай. Что ты с ними делаешь-то, я не пойму. Это клинки изгнанника. Они укажут тебе дорогу к пламени Олимпа. Она их зарядила чем-то? Помни, пока миром правит Зевс, для человечества нет надежды. Уничтожь пламя Кратос, и тогда Олимп будет разрушен до основания. Ладно, ладно. Это клинки. Клинки изгнанника. Ваши главные союзники в войне против Олимпа. Ну, это мои, да, мои клинки. Они, в принципе, и были огненные. Чё, в чем проблема-то? Так, надо прыгнуть. Оп! Чуть не улетел. Опыт нам нужен обязательно. Давай, забирай. Стоишь тут, отдыхаешь, и я тут появился. Так, чё здесь? А, глаз Горгоны. Вы получили глаз Горгоны. Найдите еще два, чтобы увеличить запас здоровья. Вот это клевая штука. Надо еще и найти два глаза. Будет жизней больше. Ох, нифига, братва, сколько вас тут, а? Ну-ка, дай-ка одного схвачу, потащили. Как там бегать-то, я забыл. А, вот еще ударчик. Удерживая, нажмите. Или один, нажмите нолик. Так, стоп, я хотел схватить и потащить его, побежать. Иди сюда. Да вы чё, ребятки? Со мной надо аккуратно обращаться, ребята, а не так дерзить, как вы. Вот подошли толпой, что-то давай выяснять. Иди сюда. Так, ладно. Мы попали в царство Аида и начнем... Пойдем, наверное, не начнем. Я думаю, вот, хотел туда прыгать, но думаю, надо сюда сходить. Здесь что-то еще есть. Что за ворота? Врата Гипериона. Пройти могут те, кто обладает душой бога. Что, я туда не могу, получается, пройти. Ладно, фиг с вами. Есть нам куда дальше идти. И следующую серию, ребята, мы начнем именно с этого места. Пойдем вот туда дальше. Спасибо за просмотр всем. Ставьте лайк видосу. И увидимся в следующий раз. Всем пока.